Здравствуйте, ребята! Поздравляю вас с новым учебным годом! Желаю вам идеального старта, доступных знаний, бодрых утренних просыпаний, отличного отношения с учителями, понятных предметов, огромного желания учиться и развиваться. Пусть этот год будет увлекательным, продуктивным и интересным. Уважаемые ученики, поздравляю вас с началом нового учебного года. Пусть этот учебный год будет для вас успешным. Ставьте перед собой цели, добивайтесь их. Я желаю, чтобы ваши школьные дни летели весело, познавательно, позитивно, чтобы вас окружали ваши друзья, чтобы с учителями наладился контакт. Желаю вам успешного учебного года. С Днем знаний! Пусть этот год будет намного ярче, круче и успешнее, чем предыдущий год. Побеждай, стремись, действуй, участвуй, верь, мечтай. Желаю вам много пятерок и отличного настроения. Дорогие ребята, впереди вас ждет много интересных, неизвестных, радостных, счастливых моментов. Много мероприятий и радостных событий. Пусть ваши все желания обязательно исполнятся, а мы вам в этом поможем. Сейчас я вас приглашаю в интересное путешествие по нашей любимой 19-й школе. Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаю вас на экскурсию по нашему фрегату знаний номер 19! Компьютерный класс. Именно здесь вы можете получить навыки, которые вам помогут в современном информационном обществе. Вы имеете цель. А это хореографический класс. Здесь девочки и мальчики танцуют. Маленький, но спортивный зал. Школьный музей «Подвиг». Здесь своя история. История нашей с вами Родины. Приходите, посмотрите. Каждый водитель и каждый пешеход обязаны знать правила дорожного движения. И здесь, в нашей школе, на втором этаже, в кабинете ПДД, правила дорожного движения, наши учащиеся изучают эти правила, запоминают и не нарушают. Знай правила дорожного движения. Наши девочки в кабинете технологий, где сейчас я и нахожусь, учатся готовить, кроить, шить. Ну, а мы этим наблюдаем и радуемся их таланту. А вот кабинет, это технология и есть. А сейчас мы находимся в кабинете технологии для мальчиков, где ребята приобретают навыки обработки металла,
и по обработке древесины. Ну и, конечно же, многое другое. Четвертый этаж. Шахматный уголок. Именно здесь собираются люди интеллектуально провести свои перемены. Дорогие ребята, поздравляю вас с началом нового учебного года. Новый учебный год – это, естественно, новые познания, это открытие чего-то необыкновенного для вас, незнакомого. Я очень хочу, и вся администрация, учителя хотят, чтобы вы получили новые знания, и каждая минута, проведенная в школе, в нашей, была для вас полезна, была для вас необходима и давала вам только лучшие и лучшие испытания, ну и, наверное, знания. И пусть этот звонок будет первым для вас стартом в новом учебном году с новыми вас знаниями.